Demek bu chipslar, hamma chipslar kasal bolalar uchun zarar. Ну, это яд просто для больных детей. Болар учун бу захарлык хисобланат. Четвертый год, 16 октября, я хотел рассказать вам вот такие, значит, питательных, значит, яда. Почему питательный яд? Сейчас я покажу. Сейчас вот откроем. Очевидно. Это значит, как называется, наводиляда в номер? Чипс. Чипс. Это картошечный чипс. Но оно не делается с картошки. Картошка или чипсы, но это не делается картошкой. Почему оно не делается с картошкой? Потому что с картошки вот такой ровные листочки подготовить очень трудно. Демек, бу чипслар, хама чипслар, касал балалар учун зарар. Саулам болса, мали есин. Нима учун касал балалар учун зарар? Бу бюре ва иче фаолиятни бузади. Это вредно для больных детей. Потому что оно, значит, ухудшает здоровую микрофлору кишечника, потому что здесь очень много консервантов и разных, значит, вкусосодержащих, значит. Я уже давно сказала. Нет, мункумбас. Вкуса, значит, образующих разных содержимых. Как его готовят? Кандай кылып буну тайярлайды? Крахмалдан хамыр кылады. Подготовит тесто из крахмала, просто берет, скажем, 100 килограмм крахмала и его надавливает, сделая его тесто. А потом его, значит, холеплар билан куйып чыгады. А потом его, значит, берет специальные стандартные, значит, специальные вот размеры, и по этим размерам они, значит, готовят вот такие, значит, пищу. Ну, это яд просто для больных детей. Болар учун бу захарлык хисобланат. Катта адам майли есин. Чунки буну йыгыштырып алып коясыз, а бу башкаларга ҳам нима болсун? Анака болсун, дарс болсун. Аллах шифасын берсин, хамасын.